коробка-то мятая. Такую я не продам. Если нельзя ее продать, то можно с ней поиграть. Позвоню-ка я Диане. Диана, прием. Прием. Да, на связи. Диана, приезжай, у меня здесь есть интересная игрушка. Давай опробуем, даже в воде катается. Вау, давай приеду. Смотри, это вездеход. Ух ты! Вместо колес какие-то спирали. Поехали на озеро. Садись в багажник. Вот такая машина. Начинаем испытание. Поехали на водопад. Ага, поехали. Диан, а давай по речке, а потом на водопад. Давай. Давай проверим, как она съедет. Давай. И поехала. А если обрызгать? А давай потопим, а она и всплывет. Давай. И обратно. Топ. А что, прикольно? Диана, хочешь на краба посмотреть?
необитаемый остров. Хм. Что такое? Почему-то не работает, наверное, села. Какое классное болото. Кстати, наберем 1000 лайков и будем еще снимать подобные видео с кораблями в этом болоте. Ага. Всем пока! Я строю гараж для этой красной машинки маленькой. У меня, ребят, вот такая вот желтая машинка. У меня лопаточка как раз под размер машинки. Вот здесь я начал копать, и машинка хорошо входит. У меня гараж будет под землей. А я для своей, ребят, машинки буду строить простой гараж сверху. Но это, ребят, не все. У нас тут еще есть тачки. Лови. Кажется, у тебя проблема. Слишком жидкий пол. Из-за того, что вода не так глубоко начинается, я не буду делать подземной. Мила, а что если для твоей машинки сделать гараж на втором этаже? Вот тут, над моим. Давай лучше сделаем побольше гаражей. В смысле, много-много-много? Ну да, у нас забор. У меня уже готова целая стеночка. А посмотри, что у меня. Я могу сюда поместиться. Все, это мой дом. Мила, это для моей машинки домик. Простите. Мила, будем делать крышу у моего гаража? Да. Нам нужна картоночка. Мне кажется, вот это подойдет. Милан, старайся. Машинка смотрит за тем, как ты делаешь. Итак, что ехать? О, как хорошо. Вот я здесь буду спать. Ой, какой классный вид. Прямо на озеро. Дорогу давай делать, вот дорожка. Вот твой гараж. Мост надо делать, водичка.
поместится. Привет, Красный! Привет! Можно я буду у тебя жить? Да, можно, я об этом и думал. Итак, уезжаем, здесь стройка опять началась. Пошли покупаемся, давай. Так, купаемся мы, купаемся. Все, а мы здесь пока побудем, покупаемся. Ну и что, как тебе гаражик? Нравится. Ион, твой гаражик получился даже интереснее, чем мой. Ну аккуратней, а мой весь разваливается. Ой. Можно заехать к вам в гости? Заезжай. А я поеду наверх, до сюда вода точно не дотянется. Такое происходит. Нет, Красный, Красный застрял. Он застрял. Туда сейчас сможет выбраться, нет? Ох, вот его там придавило. В следующий раз надо строить подальше от моря. Ну а на этом все. Пока-пока. Пока. Привет! Привет! У тебя такая маленькая песочница? Ну да, а где мне еще играть? Дан, поехали со мной! У нас будет с тобой огромная песочница и куча машин! А динозавриков возьмем? Конечно, бери! А зачем шланг? Водопад будем делать! Вау! Обожаю водопад! Песочницу, не как у меня. Если нравится, ставьте лайки.
передать.